рад приветствовать всех моих земляков, жителей родной мне Чувашии. Я провел в дороге 18 часов. Это получается, когда здесь было еще 3 часа утра, я уже вылетел в путь. И, конечно же, немножко устал, но вместе с этим я очень рад оказаться в моей родной республике и поприветствовать вас всех. И хочется пожелать всем вам помощи Божьей, чтобы каждый испытывал чувство комфорта от своей жизни и никогда не забывал об